И если технически мы готовимся примерно так на уровне прошлого года, экономически у нас с вами те же проблемы, которые были, это колоссальная долговая нагрузка, значит, она имеет место быть и в северной части. Естественно, большие проблемы, большие долги в южной части города. Но в южной части города этот отопительный сезон еще характеризуется тем, что мы организационно пока его не устроили. Учитывая то, что сентябрь месяц – это последний месяц работы МОПа ЖКХ «Полевское», и 1 октября – это точка невозврата, когда предприятие прекращает свое существование. Поэтому за сентябрь месяц должны быть заключены договоры аренды имущества МОП с теми предприятиями, которые обеспечат нам эксплуатацию сетевого комплекса в составе сети теплоснабжения, они же сети горячего водоснабжения и, соответственно, сети холодного водоснабжения и водоотведения. Мы и на территории министерства, и затем после обеда здесь под моим председательством поработали, составили протокол и приняли следующее решение. На сети горячего водоснабжения в аренду зайдет акционерное общество «Полевская коммунальная компания», а на сети холодного водоснабжения и водоотведения зайдет МОП ПСК. Энергобатерьянович, спасибо отдельно за это решение. Мы понимаем, что вопрос экономики – это вопрос проблем. Исходя из этого, будут заключены все договоры и с МУПом, и с новой энергетикой. Приступим к эксплуатации малой котельной 1,6 мегаватта на Красноармейской. Тоже необходимо часть работ проделать. Поэтому вот так организационно мы входим в отопительный сезон.